Певец Александр Буйнов заявил, что гражданам России не стоит надеяться на возвращение Примадонны в родную страну. Как минимум до окончания вооруженного конфликта между РФ и Украиной. А он длится уже, напомним, без малого 2 года. Александр Буйнов и Алла Пугачева дружат более 50 лет. Однако из-за отъезда Примадонны, которая, как и ее муж, иноагент, специальную военную операцию осуждает, общение заметно сократилось. А уж о том, чтобы увидеться, и речь не идет. Когда Алла Борисовна приезжала ненадолго в Россию, она даже не повидалась со своими близкими друзьями. Пока идет специальная военная операция России в Украине, Пугачева не планирует возвращаться в Россию. Да, она прилетала в конце ушедшего года, но меньше, чем на сутки, сделала все свои дела и уехала. Никого из ближайшего окружения не повидала. «Нам, самым верным друзьям, даже не подала никакого знака, что приедет», — заявил Александр Буйнов в беседе с «Прозвезд». Он добавил, что если бы подруга подала ему весточку о своем приезде, бросил бы все свои дела и непременно встретил бы ее на вокзале. Буйнов не сомневается в том, что Пугачева специально никого не уведомляла о своем приезде, так как изначально не рассчитывала пробыть в России даже пару дней. Певец тоскует по тем временам, когда не было СВО и он мог общаться с Аллой. Сейчас ему приходится только слушать легендарную певицу на виниле. Остается только надеяться и верить, что рано или поздно. Лучше, конечно, рано, чем поздно, СВО закончится, и она к нам вернется. И еще остается любить нашу дорогую Аллу, и делом доказывать преданность ей, заключил Буйнов.